Национальный центр фотографии, Lasset и Reef International Production представляют по идее Уильяма Клайна. Контрольные отпечатки. Йозеф Куделька, режиссер Робер Дель Пьер. Я стараюсь быть фотографом. Я не умею говорить, и говорить мне неинтересно. Если мне есть что сказать, это можно найти на моих фотографиях. Мне неинтересно объяснять вещи, говорить почему и как. Я люблю показывать свои фотографии, но не контрольки. Главным образом я сейчас делаю лимитированные издания. Я смотрю на них часто и подолгу. Я вешаю их на стены, я сравниваю их, чтобы быть уверенным в своем выборе. Я оставляю другим право толковать, что они означают. Мои фотографии, ты их знаешь. Ты их опубликовал, ты их выставлял. Значит, ты можешь сказать, имеют ли они смысл. Это верно. Кудельку я знаю давно, уже 20 лет, с тех пор, как он уехал из Чехословакии. Это был конец пражской весны, конец мечты. Диалог между советскими солдатами и жителями осажденного города был невозможен.
насилие будет еще больше. В эти безумные летние дни Йозеф Куделька пережил драму народа, получившего пощечину. Это были дни напряженного труда. Он говорит, что это был пик его жизни, но он не просто свидетель истории. История, рассказанная им, это и его собственная история. Через два года он приехал в Париж. Он поступил в агентство «Магнум» и с тех пор не переставая путешествовать. Из Ирландии в Сицилию, из Греции в Испанию. Он по-прежнему живет, не имея ни гроша. Он работает. Он говорит: «Я хочу увидеть все, смотреть на все. Мне хотелось бы стать взглядом». Андре Бретон как-то сказал, что взгляд существует в диком состоянии. Если применить эту формулу к фотографии, то лучшей иллюстрацией к мысли Бретона будет имя Кудельки. Он дикий. Это немое неистовство, пронизывающее кадры. Это парадоксальная организация времени. Фотография как сезонная деятельность. Теплое время года для сбора урожая, зима для хранения урожая, листы с контрольками, как хлебный амбар, и тысячи его лимитированных изданий, которые он вновь и вновь перебирает, помечает и складывает заново. Все эти кадры, которые он берет в руки и не узнает, и другие, принадлежащие ему, одному ему, до конца жизни, которые он признает и принимает. Такая же дикая ненависть к комментариям, толкованиям и оправданиям. Полный отказ от подписей, легенд, какой-либо информации. Только горячее желание делать то, что он должен делать. Видеть во что бы то ни стало, еще раз, всегда, и сохранить то, что увидел, запечатлеть в свойственной только ему одному форме. По темам, которые организуются и становятся все четче с бегом времени.
А я, блуждая по листам с контрольками, отмеченными тремя цветами, белым, синим, красным, перелистывая стопки фотографий, которые он каждый год кладет ко мне на стол, испытываю такое чувство, будто иду по его следам, смотрю в его видоискатель. Я путешествую опосредованно. Я вижу то, что видел он, и от этих красных помет, отмечающих только ему известную истину, у меня перехватывает дыхание.